Совместный труд сближает и объединяет. В этом уверены Кирилл Никитин и его товарищи. Дружной компанией они приехали в парк Воронежские озера, чтобы помочь привести его в порядок после зимы. Они собирали мусор, обломанные ветки и старую листву с газонов. Очень любят гулять в этом месте, поэтому с удовольствием откликнулись на призыв принять участие в субботнике. Но мне очень нравится этот парк. Вот, поэтому я считаю необходимым, правильным принять непосредственное участие в сегодняшнем субботнике на данной территории, чтобы сделать это место чище и комфортнее для отдыха граждан. Около 100 неравнодушных людей вышли в парк субботним утром. Их снабдили необходимым инструментом, мешками и перчатками. Все они хотят, чтобы парк как можно раньше пришел в себя после зимы и можно было вновь наслаждаться прогулками в нем. А насладиться есть чем. Два участка парка благоустроили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». И в этом году нас ожидает третий этап благоустройства, который будет в себя включать устройство дорожек, освещение и озеленение. Жители Самары знают и любят парк Воронежские озера, и ежегодно они собираются здесь, чтобы сделать парк чище, естественно, также чтобы мусор после зимы не попал в наши прекрасные озера. В парке могут провести четвертый этап благоустройства уже в 2025 году. Проект преображения территории рядом с озерами выставлен на рейтинговое голосование среди общественных территорий. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.